14 января в станице Смоленске прошел отчет главы Смоленского сельского поселения о проделанной работе за 2019 год. Основными направлениями деятельности администрации стали дорожное хозяйство, сфера культуры и спорта. Не остаются в стороне и вопросы благоустройства. В поселении регулярно косят сорную растительность, грядируют улицы и отсыпают их щебнем. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета Смоленского поселения была направлена на решение социальных и экономических задач поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения. На территории поселения работает тренажерный зал и ряд спортивных площадок, на которых может заниматься любой желающий. В преддверии 75-летия Великой Победы были выполнены работы по благоустройству памятника воинам-освободителям. В марте и октябре 2019 года проведены работы по озеленению территории памятника воинам-освободителям в станице Смоленска. Заложена аллея по улице Мира. Всего высажено 40 туй, 10 можжевельников, 15 лип, 25 кустов роз. Работники администрации ежедневно проводят подворный обход в целях выявления нарушений санитарного порядка и правил благоустройства. Смоленское сельское поселение. Регулярно проводятся субботники и санитарные пятницы по уборке территории поселения. Также ко всем присутствующим обратился депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куймжиев. Он поблагодарил главу поселения за проделанную работу и отметил высокую продуктивность деятельности депутатского корпуса. Я хочу поблагодарить вас, Сергей Викторович, за проделанную работу. Очень лестно слышать такую оценку жителей. Ну а всех поздравить с наступившим Новым годом и пожелать нам всем в наступившем году здоровья, благополучия, удачи и процветания. Пускай наш Северский район будет лучше и жить в нем будет все комфортно. Спасибо вас с наступающим, с наступившим праздником. В конце рабочей встречи состоялась торжественная церемония награждения. Самым активным жителям вручили благодарственные письма за оказание помощи в проведении социально значимых мероприятий.